Тогда у нас эпические холмы, гонка. Давайте для холмов я выберу. А, даже пусть будет трактор. На тракторе поедем. Да, зачем я трактор взял, не знаю. А, ну здесь такие машины обычные, да, не особо прокачанные. Блин. Ну да, я понял. Смотри, какая у тебя машинка, тебе таких игроков дают. Не видишь, мощных игроков-то и не дали. Обычные игроки. Так, ну тут на раллийной тачке, но, видимо, тачка у него не особо прокачанная. Едет. Ага. Ага. Ну чё, я последний еду опять? Да, чуваки. А вот и финиш. Приехали. Последний. Да, видимо, буду сдувать сейчас. Ну, я сейчас попробую постараться приехать первым. Ага. То ролейка была первая, то сейчас эти чуваки пошли вперед. А где логика? Ролейка-то покруче. О, давай, 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 давай. Трактор, вонючка. Нет, разбился я. Ладно, ничего страшного. Еще раз попробуем. Еще раз попробуем проехать. А, нет, 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 не разбивайся. А-а-а. Фига, я сальтуху делаю. А ну, еще раз попробую сделать. Получится еще раз сальтушечка мне. Ага, нет, разбился. Сальтуха не получилась. Ну что, мы продолжаем на своей тачке проезжать, но теперь уже в новом месте, так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда я паду? А, нормально. Я думал, там пропасть какая-нибудь. Нет, хорошо все. Так, оторвали мы себе опять кусочек бампера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига, какие тут сложности-то, а? Ну ладно, проезжаем мы легко. Ну, не знаю, не знаю. Давай, 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 давай. О, поднялись, поднялись, хорошо. Блин, а здесь, смотри, как сложно все. Ох ты, вода. Так, я надеюсь, не утону здесь, нет? Нормально. Да, нормально, нормально. Ой, 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 ой. Давай, поднимайся, пожалуйста. А, разбился. Ну, ничего страшного. А у нас новая игрушечка. Я ненавижу воду. Так, и у нас двойные монетки здесь. Ага. И мы едем на своей тачке. Тачули, любимой. И будем собирать сундучки, представляешь? Вот это замечательно. Вот это хорошо. Так, есть сундучок первый. Давай, 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 давай. Опа, успели. Едем побольше двойные монеты. Ну, сейчас посмотрим, сколько заработаем. 34 тысячи у нас уже есть. Ё-моё, так можно до 100, в принципе, насобирать спокойно. Прокачать движок нашему раллийному авто. Нормально. Так, здесь мы проезжаем спокойно и едем дальше. Ах, сколько монет мы пропустили. Надо как-то помедленнее будет ехать. Вот немножко хотя бы собирать монетки. Вот так, вот так, вот так, хорошо. Здесь тоже надо вот заехать в эту капсулу. Гидрокамера, или как она, барокамера какая-то стоит, стеклянная, где есть воздух. Чтобы наш водитель немножко подышал воздухом. Оп, спасибо. Помогает нам. Подводная лодка это. Вот, а на фоне мы видели кита. Оп. Так, все глубже и глубже мы заезжаем. Но неудачно мы приземлились.
2600 получаем. Так, давай в лесу покатаемся на танке. И у нас здесь есть внешний вид машинки. Мы новый купили, приобрели. Вау, вау, вау. Крутой танк. Так, что у нас там по деталям? Можно убрать вот эту, убрать штуку, поставить вот эту. Поехали! Посмотрим, сколько мы здесь проедем-то, а? Вот такой вот у нас танк красивенький. Красивый такой вот цвет защитный. Защитный цвет новенький. Немножечко прокатимся на танке. Да. Тут у нас... О, здесь немного проезжали. Известно. 280 метров. Погибли рекорд. Вот в чем вопрос. Давай, заедем, нет? Опа, заехали. Легко причем. Осталось 180 метров. А, главное не перевернуться. Танк у меня. Бешеный. О, давай, 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 давай. Давай, вот здесь надо проехать. Вау, 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 проезжаем. 50 метров у нас остается. А, вон оно в чем дело. Я теперь знаю, что мне нужно прокачать в танке. Сцепление с дорогой или низкий центр тяжести. Вот эту подвеску прокачиваем. Можно и движок прокачать, но в основном это подвеска и сцепление. Поехали. Сейчас мы должны проехать получше. Наверное. Главное запомнить, что там сильно быстро гнать не нужно. Такой вот у меня танк. Его двигатель прокачанный. Так, и главное запомнить, в каком месте мы переворачиваемся. Нельзя этого допустить, потому что у меня, видишь, и скорость-то у танка улучшена. Поэтому дурниной несемся. Нам нужно аккуратнее быть. Так, 160 метров. 160 метров. До фиаско. Так, а ну-ка, где мы там падали? Здесь? Нет, здесь нормально все. Вот, 50 метров. Вот, вот здесь не надо спешить. Здесь надо аккуратненько. Ой, проехали, хорошо. Новый рекорд у нас. Сейчас посмотрим, сколько мы далеко или недалеко проедем. Пошли первые звезды. О, нет, 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 аккуратно, аккуратно. Потому что ты так несешься, ты, дружище. Я понимаю, танк тяжелый и мощный. Но нам нужно все-таки как-то аккуратно ехать. Да, прокачать не надо. Еще немножечко. Амортизаторы. Так. И наверх, наверх. Давай, 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 давай. Нет, смотри, не хватает. А чего не хватает? Мощности движка? Почему я не могу забраться? Или какое-то сцепление с дорогой? Мне кажется, это того и того. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, какая сложность. Сложность невозможности подняться. Давай, 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 давай. А, видишь, все, он только переворачиваться может, и все. Так, долина. Долина в пустыне. Мы здесь не ездили, да, ни разу на этом. Так, а денег нету, да, ничего мне купить? Батюшки сед. Ладно, поехали. Нет, ездили мы здесь, почему? Ездим, ездим. Пустыньки-то. 1600 метров, правда, ездили в прошлый раз. Это немного. Ну, ладненько, ладненько. Сейчас мы проедем. Надо было двойные монеты сделать хотя бы, ну ладно. Здесь на мотоцикле я немножко проезжаю. Вот такой вот мотоцикл у меня. Прикольненький. На котором я люблю ездить.
Опа, у меня, в принципе, шлем есть. Ну, хотя, если башкой хорошо стукнуться, то шлем особо и не поможет. Ах, видишь, как я неудачно притормозил. Надо было ехать и ехать, не тормозить.